История русского балета началась в самой молодой столице Европы, Санкт-Петербурге. Хотя стиль этого города, построенного Петром Великим, тяготеет к Западу, его душа принадлежит России. То же самое можно сказать и о балете Мариинского театра, больше известном на Западе как «Кировский балет». Россия. Забытые годы. История русского балета. Мариинский театр. К созданию русского балета причастны итальянские и французские артисты. В 30-е годы 18 века из Франции в Санкт-Петербург прибыл Жан-Батист Ланде, чтобы учить танцам молодых аристократов. В 1738 году он попросил у императрицы Анны Иоанновны разрешение на открытие танцевальной школы. Она согласилась, и вскоре в старом Зимнем дворце начались занятия. Выпускники школы Ланде составили первую в России профессиональную балетную труппу, которая регулярно давала представления при дворе императрицы. Во времена правления Екатерины II, которая весьма интересовалась развитием театра, балет был отделен от оперы и драмы и стал считаться самостоятельным видом искусства. В 1783 году императорский балет переехал в новое здание Большого каменного театра. Здесь ставил спектакли первый российский хореограф Иван Вальберг. В этих постановках взошли первые звезды российского балета Адам Глушковский и Евгения Колосова. К началу 19 века балет стал неотъемлемой частью культурной жизни Санкт-Петербурга. В Россию был приглашен французский хореограф Шарль Дидло, который задумал сделать императорский балет лучшим в мире. В основе его спектаклей лежали мифологические, исторические, жанровые сюжеты. С техникой танца на пуантах российских балерин познакомила итальянская звезда Мария Тальоне. Ее гастроли в 30-е годы 19 века способствовали появлению новых идей и постановок. Ее летящие арабески, безупречные пируэты и жете поразили зрителей Санкт-Петербурга. Танец Тальоне создавал иллюзию божественной легкости. Глядя на нее, русские балерины мечтали о будущем, примеряя на себя платье Тальоне, ее туфли, ее славу. В Мариинском театре не забыли итальянскую приму. Русский хореограф Фокин посвятил Марии Тальоне балет «Бабочки». Thank you.
1842 году состоялась премьера балета «Адана Жизель» в постановке французских балетмейстеров Жана Куралли и Жюля Перро. Первой из русских балерин партию Жизели танцевала Елена Андреянова. Ее прекрасное выступление в Гранд-Опера показало всей Европе оригинальность интерпретации и углубленный психологизм образов русской хореографической школы. Романтический образ Жизели вдохновляет многие поколения российских балерин. С 1884 года балет «Куралли и Перро» в постановке «Петипа» постоянно присутствует в репертуаре театра. В 1848 году в Санкт-Петербург приехала с гастролями австрийская прима-балерина Фанни Эльслер. Ее стиль и техника были иными, нежели у Тальони. Она выступала в более жестких туфлях. Парящему, отрешенному, будто бесплотному танцу итальянской балерины Эльслер противопоставила живой, страстный танец характеров. Специально для Эльслер Жюль Перро поставил балет Чезаре Пуньи «Эсмеральда». Ее партнерами в этом красочном спектакле были сам Перро и восходящая звезда императорского балета, 20-летний француз Мариус Петипа. Эмоциональная «Эсмеральда», отличавшаяся быстрой сменой событий и использованием не только танца, но и пантомимы, быстро стала любимым спектаклем поклонников балета в Санкт-Петербурге. В 1860 году императорский театр переехал в здание, которое он занимает и сегодня. Труппа стала именоваться по названию нового театра – Мариинский. Главным хореографом Мариинского стал француз Артур Сен-Леон. Он был мастером красочных, пышных танцевальных феерий. «Конек-горбунок», поставленный Сен-Леоном на музыку Чезаре Пуньи, был раскритикован за его псевдонациональный колорит. Однако этот калейдоскопический балет с большим количеством национальных и классических дивертисментов полюбился многим. Thank you.
Следующим после Сен-Леона балетмейстером театра стал Мариус Петипа. Постановки Петипа увенчали развитие российского балета XIX века. Великий хореограф работал в Мариинском более 50 лет и создал стиль монументального академического балета. Петипа разработал правила композиции и значительно усовершенствовал индивидуальные танцевальные формы. В своих лучших постановках он сотрудничал с симфоническими композиторами. Музыка Петра Чайковского позволила Петипа добиться беспримерной глубины танца. Премьера их шедевра «Спящей красавицы» состоялась в 1890 году. Партию принцессы Авроры танцевала итальянская балерина Карлота Брианца. В «Спящей красавице» стиль Петипа нашел наиболее полное отражение. Вот уже 100 лет этот балет танцуют и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Из всех работ Петипа в «Спящую красавицу» внесено наименьшее количество изменений. Премьеры других балетов Чайковского, в частности «Лебединого озера», в Московском Большом театре не имели успеха. Однако в 1895 году Петипа и его коллега Лев Иванов поставили «Лебединое озеро» в Мариинском театре и пригласили на главную партию итальянскую звезду Пьерину Линьяни. В новой редакции балет стал поистине бессмертным. Лирико-драматический образ девушки-лебедя, созданный балетмейстером Львом Ивановым, стал символом русского балета. Января 1901 года одна из санкт-петербургских газет написала: «Вчера вечером спектаклем «Лебединое озеро» закончилась эпоха балета XIX века. Лучшего окончания придумать невозможно». На рубеже веков в Мариинском появилось несколько звезд мировой величины. И все же наибольшей популярностью пользовалась Матильда Кшесинская. Эта талантливая артистка своим очарованием и оптимизмом украсила сцену Мариинского. Ее виртуозные танцы были грациозными, кокетливыми и женственными. Кшесинская стала королевой Императорского театра. Она доказала, что русская балерина в состоянии справиться с самыми сложными партиями. Иностранные звезды, игравшие в Мариинском первые скрипки, были вытеснены со сцены театра Кшесинской. Балерина славилась и своей любовью к роскоши. В Санкт-Петербурге ей принадлежал дворец. В юности у Кшесинской был роман с человеком, которому предстояло стать последним российским императором, Николаем II. Но, конечно, это не было главным объяснением ее блестящей карьеры. После эмиграции из России Кшесинская вышла замуж за великого князя Андрея Владимировича.
Ольга Преображенская была подругой Кшесинской по балетному училищу, а позже главной соперницей на сцене. Ее считали второй балериной театра. Преображенская прекрасно танцевала классический балет. Некоторые природные недостатки она компенсировала упорным трудом. Училище она закончила в один год с Кшесинской, но успех к Преображенской пришел лишь через 12 лет. Еще две звезды оставались в тени Кшесинской и не получали того внимания и любви, которых заслуживали. Вера Трефилова славилась мягким, легким танцем, элегантными этюдами и арабесками. Агриппину Ваганову критики прозвали императрицей вариаций. В 1916 году Ваганова оставила сцену и стала одной из самых прославленных преподавательниц балета в России. Ваганова учила лучших советских балерин середины 20 века. Ее имя присвоено Ленинградскому хореографическому училищу. Хореограф Михаил Фокин критически относился к работам своих предшественников Петипа и Иванова. Он решил создать свой собственный новый балет. Фокин радикально изменил основы классического танца. Вместо долгих, монументальных постановок он предложил короткие, одноактные балеты. По его замыслу музыка, танец, декорации и костюмы должны были стать частями одного творческого замысла. Некоторые импрессионистские балеты Фокина были поставлены в Санкт-Петербурге. Однако всему миру они стали известны благодаря русским сезонам. Гастроли танцовщиков Императорского балетного театра с 1907 по 1913 годы были организованы Сергеем Дягилевым. В рамках дягилевских русских сезонов Европа познакомилась с новаторской хореографией Фокина, которая вдохновила западных хореографов на создание современного балета. Жители европейских столиц увидели павильон Армиды, Сильфиду, балетный фрагмент оперы «Князь Игорь», «Половецкие пляски» и другие постановки. В России из всех работ Фокина наибольшую известность получил «Умирающий лебедь». Этот короткий двухминутный танец был поставлен в 1907 году для молодой балерины Анны Павловой. «Умирающий лебедь», придуманный почти что экспромтом, считается одним из наиболее вдохновенных творений Фокина, ярким символом сопротивления смерти.
Именно Анне Павловой удалось затмить славу Кшесинской. И по сей день она считается величайшей русской балериной. По иронии судьбы, техника никогда не была ее сильной стороной. Ни пируэты и фуэте, а душа, вложенная в каждый ее танец, заставляла зрителей плакать. Благодаря проникновенной манере танца и возник феномен Анны Павловой. Хотя Павлова и уважала поиск Фокином новых форм, больше всего она любила русскую балетную классику. Ее сотрудничество с Фокином и Дягилевым было плодотворным, однако недолгим. В 1910 году она основала свою собственную труппу и начала ездить по всему миру. Павлова не только выступала в самых престижных театрах Европы, но и везла балет туда, где его еще никогда не видели. Короткие отпуска балерина проводила у себя дома, в Англии. Умерла Анна Павлова в 1931 году во время одного из своих турне. В отличие от «Умирающего лебедя», два других шедевра Фокина так и не были поставлены на сцене Императорского театра. «Петрушка» и «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского. Эти невероятно красочные и выразительные постановки позволили раскрыться таланту Вацлава Нижинского и Тамары Корсавиной. Из всех балерин Фокина Корсавина в наибольшей степени разделяла его творческие идеи. Она говорила: «Я буквально влюблена в Петрушку и в Жар-птицу». Это были новаторские балеты. Новая музыка требовала новой хореографии, стиля, образности, композиции. И Фокин многое нашел для интерпретации музыки, создавая танцевально-пантомимную полифонию действия. В балетах Фокина Вацлав Нижинский продемонстрировал поразительную технику танца и свой огромный драматический талант. «Легкий неземной призрак» в «Видении розы», «Эротичный раб» в «Шахерезаде», «Страдающий шут» в «Петрушке» – все это лица одного человека. «Петрушка» Нижинского считается одним из величайших творений в истории балета. Большевистская революция 1917 года нанесла по Мариинскому театру серьезный удар. Россию покинул Фокин, за ним последовала половина труппы. Из всех воспитанниц Фокина в Петрограде до 1924 года оставалась лишь Ольга Списивцева. Ее классические героини были глубоко трагичны. В них были незащищенность и обреченность.
Жизель в исполнении Списивцевой считается лучшим воплощением этой роли в 20 веке. Безумие Жизели стало прелюдией трагедии самой балерины. Через 3 года после отъезда из России у нее помутился рассудок. Когда спустя 25 лет она внезапно выздоровела, ее танец и слава уже стали достоянием истории. Годы правления большевиков само существование балета казалось невозможным. И все же Мариинский театр продолжал работать. Труппа сохранила свой классический репертуар: Раймонду, Жизель, Корсара, балеты Чайковского. Во многом благодаря балетмейстеру Федору Лопухову, который начал ставить балеты Петипа в их оригинальной редакции. Вместе с тем Лопухов экспериментировал, пытаясь найти собственный выразительный язык. От его наиболее значимой работы «Величие мироздания» остались лишь наброски движений. Этот балет был создан на музыку 4-й симфонии Бетховена. Хотя спектакль был представлен всего однажды, да и то провалился, он оставил заметный след в истории балета. Одной из партий танцевал молодой Георгий Баланчевадзе, больше известный на Западе под именем Джордж Баланчин. Большевиков возмущало то, что через 5 лет после революции все еще не появились балеты о борьбе против буржуазии и о советском народе. Лопухов был вынужден отказаться от своих экспериментов и создать идеологически выдержанный спектакль. В 1924 году состоялась премьера балета «Красный вихрь». Как спустя 40 лет написал сам Лопухов, эта постановка стала его самой большой неудачей. В балете Лопухова «Ледяная дева» на музыку Эдварда Грига появились фольклорные мотивы и новаторские для того времени акробатические танцевальные элементы. В главных партиях были заняты Ольга Мунгалова и Петр Гусев, ранее получившие известность как мастера атлетического танца. Изящное сильное тело Мунгалова и гибкость и мощь Гусева помогли создать фантастический образный ряд балета. «Ледяная дева» ознаменовала окончание относительной творческой свободы 20-х годов и золотого века Мариинского театра. Отныне его репертуар формировался не художниками, а советскими бюрократами. Партия сделала Московский Большой театр главным в стране. Считалось логичным отправлять на его сцену наиболее многообещающих молодых артистов Мариинского. Первой потерей труппы стала любимая ученица Вагановой Марина Семенова, которая прославилась в роли Ники в балете Минкуса «Баядерка». Отток талантов стал серьезной проблемой для Мариинского театра, который к тому времени переименовали в Кировский в честь Сергея Кирова, убитого в 1934 году. Следующей крупной премьерой после «Ледяной девы» Лопухова стал балет «Пламя Парижа», поставленный Василием Вайнонином. Действие этого спектакля происходило в революционной Франции, а потому «Пламя Парижа» было обречено на поддержку властей. Известно, что этот балет очень любил вождь народов Иосиф Сталин.
последующие три десятилетия официальной политикой стало создание драматического балета. На сцене Кировского театра появились монументальные постановки, в которых широко использовались приемы пантомимы. «Бахчисарайский фонтан» Ростислава Захарова и «Ромео и Джульетта» Леонида Лавровского стали прекрасными примерами нового жанра, получившего название балета-драмы. Хотя обе работы отличались эмоциональной и психологической глубиной, танец в балете-драме потерял метафорическую образность, характерную для работ Фокина и Лопухова. В 30-е годы на сцене Кировского конкурировали две блестящие пары – Галине Улановой и Константину Сергееву. Особенно удавались трагические балеты-драмы и романтическая классика. Наталья Дудинская и грузинский мастер Вахтанг Чебукьяни славились национальными и героическими танцами. Во всей красе их талант проявился в балете «Лауренция». Этот навеянный Испанией спектакль был поставлен самим Чебукьяни в 1939 году. Дудинская и Чебукьяни танцевали и классические партии. Их выступления отличались темпераментом и отточенной техникой. В 1940 году состоялась премьера балета Лопухова «Тарас Бульба». Его главным героем был прославленный казак, дравшийся в средние века с поляками. Этот персонаж появился на сцене Кировского театра сразу после того, как советские войска заняли территорию Восточной Польши. Thank you.
Тарасе Бульбе не было и следа от ранних экспериментов Лопухова. Однако у балета было одно неоспоримое достоинство. В этом спектакле Вахтанг Чебукьяни великолепно исполнил партию предателя Андрея. Совершенно неожиданно образ врага получился очень привлекательным. Власти раскритиковали Чебукьяни и вынудили его уехать в Грузию. Следующей звездой, покинувшей Мариинский театр, была Галина Уланова. Она была переведена в Большой театр. После отъезда Уланова и Чебукьяни их бывшие партнеры Дудинская и Сергеев стали танцевать вместе. На сцене Кировского театра их ожидала долгая и славная карьера. Однако они всегда оставались в тени артистов Большого театра. Вскоре после вторжения гитлеровских армий на территорию России началась осада Ленинграда. Труппа Кировского была разделена. Большинство артистов эвакуировали на Урал, в город Пермь. Оставшиеся в Ленинграде помогали защищать город. В здание Кировского попала бомба. Репетиции спектаклей перенесли в театр комедии. На протяжении всех 2,5 лет осады не прекращались занятия в хореографическом училище. Тем временем ядро труппы представило в Перми очередную премьеру балет «Гаяне» на музыку армянского композитора Арама Хачатуряна. Благодаря музыке Хачатуряна балет стал необычайно популярным. Многие хореографы и труппы пытались создать танцы, достойные музыкального шедевра. Первой серьезной послевоенной премьерой Кировского стал балет «Шурале» в постановке Леонида Якобсона. В этом спектакле стихи и танцы, яркие хореографические метафоры возвестили о начале нового этапа в балете. В своей следующей постановке балета «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна Якобсон пошел на смелый эксперимент, пытаясь воссоздать эпоху Древнего Рима в монументально-декоративных пластических картинах. «Спартак» Якобсона стал предтечей постановки этого балета в Большом театре в редакции Юрия Григоровича.
В конце 50-х будущий художественный руководитель Большого Юрий Григорович работал в Кировском театре. Здесь он поставил свой первый крупный балет «Каменный цветок». Новые спектакли Григоровича и Якобсона были лишь частью обширного репертуара театра. В основном он состоял из постановок классических балетов и балетов драм 40-х годов. Новое поколение артистов было этим недовольно. Во время гастролей по Европе и США они наблюдали развитие современного балета. На Запад эмигрировали прекрасная балерина Наталья Макарова и невероятно популярный Рудольф Нуриев. Еще одной надеждой Кировского был Михаил Барышников. Этот молодой танцовщик выиграл главный приз самого престижного в России балетного конкурса. Однако вскоре Барышников также уехал на Запад. Последней съемкой Барышникова в Советском Союзе стала великолепная партия Базиля в балете «Дон Кихот». Партнершей Барышникова была еще одна ленинградская чудо-балерина Людмила Семеняка. Через год она уйдет к Григоровичу в Большой театр. Единственной звездой, оставшейся на сцене Кировского, была Ирина Колпакова. Не такая юная, как ее свободолюбивые коллеги, Колпакова до конца оставалась верна академическим традициям. Она предпочитала технически сложные партии в «Спящей красавице», «Раймонде» и «Щелкунчике». Колпакова с радостью начала сотрудничать с Олегом Виноградовым, который стал главным хореографом Кировского театра в 1977 году. Виноградов больше внимания уделял и уделяет классическим балетам, которые являются наиболее ценной частью творческого наследия Мариинки. Постановки Виноградова славятся своей стилистической выдержанностью. В 1985 году состоялась премьера балета «Витязь в тигровой шкуре». Новая работа Виноградова отличалась неожиданной жесткостью, угловатостью и склонностью к модернизму. В этой постановке соединились традиции Кировского и собственный взгляд хореографа на танец, как на средство общения.
по частям, хотя бы на две части. Можно. В конце 80-х труппа Кировского активно экспериментировала с современным балетом. Виноградов пригласил французского хореографа Мориса Бежара, который и поставил в Ленинграде свои работы. Используя современный европейский материал, новые звезды Кировского, Алтынай Асылмуратова и Фарух Рузиматов, открыли для себя мир совершенно новых возможностей. В то же время классические традиции старейшей балетной труппы России тщательно сохраняются и скрупулезно восстанавливаются в новых постановках балетов XIX века. Театру возвращено и его прежнее название. Теперь он вновь Мариинский. Материалы подготовлены Александром Айзенбергом, Ларисой Ленской, Маргаритой Борисовой и Максимом Золотухиным. Авторы текста Лариса Ленская, Максим Золотухин, Джуди Болбрюс, продюсеры Виктор Робинков, Терри Шент. Исполнительные продюсеры Джон Дукас, Максим Золотухин, Мэтью Кин Кауфман. Архивные документы предоставлены Российским государственным архивом кинофотодокументов, Государственным телерадиофондом, частными коллекционерами, производство компании Eastern Light Productions, Крупный план, Castle Communications. На русский язык фильм озвучен телекомпанией НТВ. Режиссер Татьяна Маслова, звукорежиссер Александр Зубов, перевод Павла Селенчука, текст читал Андрей Ярославцев.